Добрый день, друзья. Сегодня пианино Ростов-Дон. Вот сейчас оператор показывает надпись на крышку. 58-й год, изготовление 27-го июля. Мы нашли на сегодня на клавиш. Вот. Можно даже показать. Вот. Карандаш. Вот. Что произошло? Почему меня сегодня вызвали? Приехал ученик, который учится в музыкальной школе, Тёма. Он занимается, значит, в городе Екатеринбурге, Российской Федерации. Сейчас он на каникулах в Уральске. Вот. Ему необходимо заниматься. Ну, значит, если посмотреть, как у нас звучат ноты, есть, конечно, правильные, есть неправильные. Вот видите, сам уши, когда, если его будет видно, хорошо кроет. Вот, тут клавиша западает, это мы потом будем ее ремонтировать, да? Вот, но дефера все кроют хорошо. А что произошло? Почему меня позвали? Видите, вот... Я сначала предположил, что у нас ослабли пружины фиксирующие, да, непосредственно, которые работают на лапке фиксации, значит, вот межструнные, скажем так. Но оказалось все банально даже. Предыдущий настройщик, ремонтник, вот у нас основная стойка вот идет, которая, значит, фиксирует нас, наш гамербан к струнам, да, вот, стоит не в посадочном месте. Штифт, вот который фиксирующий, я не знаю, на камере, конечно, мы не можем показать. Вот. Но поверьте мне, значит, он стоит неправильно. Вот. Даже можно еще показать, почему он неправильно стоит, рамка. Вот смотрите, наш пилот, вот мы тут показываем его. Вот здесь видишь пилот. Он не добивает, да. Вот здесь, например, вот допустим, вот видите, он пилот бьет, да, вот он. Ну и то вот не по центру. А здесь у нас даже не хватает клавиши, чтобы стукнуть. Что мы делаем? Мы откручиваем левый фиксирующий барашек, вот эту гайку, да? И правый. Обязательно нужно обязательно снять, иначе мы не зафиксируем. Дальше я что делаю? Я вытаскиваю. Вот. И теперь мне нужно установить вот сейчас, чтобы он в посадочной линии. Вот, видите, сейчас я встал у меня здесь. И вот, кстати, он засадился. Я фиксирую барашком. Так. Для чего мы показываем это видео? Вот он, видите, как стоит. Дело все в том, что бывает, когда иногда вы в письмах даже пишете, что у нас не кроются звуки. Вот одна из причин, это даже не отрегулированные педали, а в том, что... Смотрите, что произошло. Видите? У нас появилось что? Повышение, удар и все. Спасибо за внимание. Значит, делайте свои инструменты, если у вас вот не кроются дефера. Не надо брать настройщика, это можете сделать, если дома есть мужчина. Муж, отец, как говорится, друг, он придет, вы ему объясните, покажете видео, что нужно необходимо сделать. И хорошее, значит, глушение, не слипание звуков вам обеспечено.